английском, румынском и русском. Следующее, я хотела ответить на пару ваших вопросов. Я вам спросила, если у вас есть вопросы на Твиттере, спросила на русском, и многие мне ответили на русском, то, что очень классно, мне очень приятно, то, что вот многие из вас русскоязычных людей из разных стран, таких как Молдова, Украина, Россия, Беларусь, Болгария, меня...